Лучший социальный фильм «Голос за безгласных». Режиссер Анна Бусукова, город Ростов-на-Дону. Сейчас я нахожусь в городе Казань на фестивале «Зеланд». Наш фильм «Голос за безгласных» получил награду, которая называется «Лучший социальный фильм». Мне очень хочется верить, что наш фильм сможет изменить общественное мнение в отношении людей, живущих с ВИЧ. Когда я работала над фильмом, являясь молодой мамой, я не знала, каким образом разговаривать со своим ребенком об особенностях заболевания ВИЧ. Но моя дочка все время смотрела, что я делаю, и часто задавала вопросы. Потом она была на премьере фильма, и в конце концов она очень много поняла. Теперь я думаю, что если она в своей жизни вдруг встретит человека с ВИЧ, она поведет себя правильно. Я думаю, что это, наверное, одно из самых больших достижений моих лично на сегодняшний день. Мнение одного человека я все-таки изменила.